Всем привет! Я в местном магазине тут в Миссисипи. Убегаю от урагана Иды. Магазин половину пустой. Сейчас 9 утра. Искупается все на свете. В некоторых местах вообще ничего нет уже. Вот такие полки. Маленький магазинчик. Он весь такой. Вот это здесь, что называется, хлеб. Так что вот смотрите, что творится. Даже для собак все раскуплено. Туалетная бумага тоже вся ушла. Так что вот. Собачья еда и все остальное. Мясо тоже чаще всего разбирают. Вот они, полочки такие военные. Так что вот. Короче, стирать пока никто не собирается вроде бы. Так, воду все разобрали, из-под крана пить никто не хочет. Так что вот такие тут дела. Вода вся вот пустая. Это маленький магазин. Пекиюни. Пекиюн, Миссисипи. Местный магазин. Короче, стоят и ничего не думают. Так, муки нету, сахара тоже нету. Чего ты тут себе набрала? Еды. Еды и все остальное. Так что вот мясо. Вот оно мясо. Консервы разбирают, мясо разбирают. Так что здесь все раскладывают, выкладывают. Такой маленький магазинчик, и они, короче, еду все выкладывают, а ее все разбирают на большой скорости. А вот насчет мяса. Мясо, короче, разобрано. Делать нечего, будут готовить. Здесь час езды от Нового Орлеана, но здесь все в принципе, много чего разобрано. Так что вот с одной стороны полки, с другой стороны лысые полки. Так что вот, смотря чему люди отдают предпочтение. К удивлению, люди очень здесь дружелательные и хорошие, и нормальные. Короче, суду никто не берет особо. Не знаю, что было здесь, но все разобрано.
Сила. Все разбирают, ничего не оставляют. Так что вот такие пироги. Сока тоже нету. Сок разобран. Овощи есть. Короче, тут застряла с корзинкой. Кто-то оставляет корзинки в проходе. Вот такой мелкий магазинчик, небольшой. И, короче, можно купить много чего. Можно не ходить в большие магазины. Можно купить здесь. Все местные тарятся здесь. Так что вот купить можно все, в принципе, не ходя в супермаркет.